Смотрите, друзья, какое дерево. Вот такие люди есть. Красивые есть, не очень, есть больные, есть здоровые. То есть в природе все сбалансировано. И деревья, и животные болеют, и люди то же самое. Друзья мои, хочу поделиться с вами радостью. Дело в том, что я впервые в жизни недавно выиграла, буквально дня 3 тому назад, выиграла 500 рублей, которые разыгрывала Таня с канала «Провинциалы в Москве». Ссылку я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на ее канал. Она также знакома мне по каналу «Готовить с Нюшей». Поэтому я ее хорошо знаю. Мне ее видео очень нравится. Я рекомендую вам подписаться на ее канал, и вы получите много полезного, так как она снимает видео с садовода. То есть много полезного вы можете почерпнуть для себя. Ну и вот так вот. Я очень рада. Впервые в жизни я выиграла что-то, никогда мне не везло. Кроме рубля в советское время в лотерее, я ничего в жизни никогда больше не выигрывала. Ну и как бы тут я даже и не пыталась, просто оставила свой комментарий под видео, а оказывается, там был розыгрыш, и, в общем-то, мне повезло. Кедровые. О,
Спасибо. Остановка, станция метро Верхние Хоборы, Северный вестибюль. Следующая остановка, Ильинский проезд. Друзья мои, смотрю, какой-то лихач неправильно на перекрестке повернул. Причем он там дрифт устроил, по-моему, или же воспользовался ручником. Может быть, не справился с управлением, что-то такое было, но он смог, видимо, вырулить и уехал. А вообще, конечно, аварийную ситуацию создал. Страшновато. Возвращаюсь я из Метрополиса. Купила я себе шапку. Я специально за шапкой поехала. Потому что очень холодно. Уже все ходят в основном в шапках. Даже молодежь уже надела шапки. И мне тоже не хочется простужаться. Дома у нас холодно. Я слышала такое, что на юге Москвы дали отопление. Не знаю, насколько это правда. То есть в районе Орехова дали отопление. Но у нас еще нет. Я уезжала в 5 часов вечера. Отопления не было. Вот посмотрите, еще дети играют. Время 8:30. Такое впечатление, что сейчас пойдет снег. Снега, конечно, не было еще до сих пор. Это сентябрь. Сегодня 23 сентября. Я, конечно же, на одной шапке не остановилась. Я купила себе еще джинсы модные, широкие. Завтра буду мерить. Почему завтра? Потому что сегодня поздно уже.
И я так замерзла, у меня руки замерзли. И я что-то не помню, взяла я перчатки с собой или нет. По-моему, ничего не взяла. И шапки здесь нормальной нет, поэтому пришлось купить. Ребята, цены, конечно, бешеные. Нет, можно там купить и за 500 рублей шапку, и за 600 рублей шапку можно купить. Но я, честно скажу вам, такое не хочу. Что-то мне их качество не нравится. Может быть, кто-то спокойно относится к тому, что можно купить дешевую вещь, не очень качественную, и носить ее один сезон, потом выкинуть, и потом купить себе новую. Но я вот таких правил не придерживаюсь. Я лучше куплю себе, пусть она немножечко смешная, возможно, даже она не по моему возрасту, но мне она понравилась, и я чувствую себя в ней очень уютно. Она немножечко клоунской формы. Ничего. Посетила я вчера Метрополис. Зашла впервые вот в этот бутик. Я не знаю, как он называется. Купила я там себе джинсы. Вот их стоимость. 3000. В августе закончилась скидка на джинсы, поэтому я, как всегда, опоздала. А кто не успел, тот опоздал. Ну, это шутка такая. Сейчас там, кстати говоря, скидки на брюки 20%. Так что у кого есть желание, можете туда проехать. И прям этот бутик находится на втором этаже. Если вы ходите из МЦК, с правой стороны на входе в Метрополис. Вот так вы можете найти этот бутик и прикупить себе там брючки. Там, кстати, хорошие теплые брюки. Ну, не ватные, конечно, не простеганные, а такие шерстяные, ну, теплые, утепленные брючки. Красивые, есть клетчатые, есть полосочку, есть укороченные, какие хотите. Так, вот это вот, значит, у нас на брюки ценник, а вот это на шапку. Дело в том, что шапку я покупала в Снежной Королеве. Угу, переворачиваем. Угу, опять переворачиваем. Что со мной? А вот стоимость шапки. Шапку я покупала в Снежной Королеве. У меня есть карта на скидки Снежной Королевы. Поэтому мне сделали 260 рублей скидку. И шапка мне обошлась в 1030 рублей. Ну и, в общем-то, она стоит. Стоимость ее 1290, как вы поняли. Вот она. Вот это все от шапки. Вот ее стоимость. 1290. Ну, вот так вот. Такие вот покупочки. Я довольна. В принципе, я довольна. Шапка мне нравится. Джинсы тоже. Мне редко удается покупать что-то сейчас, ну, в последнее время, чтобы мне нравилось. Поэтому я счастлива. Друзья мои, вот посмотрите, какие я себе прикупила штанцы. То есть джинсы. Конечно, если бы я выше ростом была, они бы были укороченные, смотрелись намного лучше. Но так как у меня рост невысокий, мне очень сложно по длине подобрать вообще какие бы то ни было штаны. Поэтому я довольна этим. С ботинками, в принципе, неплохо смотрится. Еще бы ботинки заменить, было бы вообще супер.
какая красота! Я ее не носила, наверное, лет 10. Смотрите, вот сейчас модно опять в этих куртках ходить. Вот такая красота. Ну, в общем, короче, джинсы мне понравились очень. Мне, я уже говорила, что мне сложно на мой низкий рост и короткие мои ноги, очень сложно подобрать джинсы. Нужно обязательно их подшивать, подгибать, а мне это уже не нравится. То есть получается неестественный низ. Вот сейчас видите, какой шовчик. И он и затертый, а когда подшиваешь уже, ну, шов не тот уже, не то получается. Вот это классно. Конечно, если бы они были вот так вот, было бы вообще супер просто. Просто идеально было бы. Вот так вот. Вот так. Ну, ничего не поделаешь. Ну, а это мой привычный наряд домашний. И я теперь приступлю к своим прямым обязанностям, к уборке квартиры.